В пустыне Арава было новое чувство, и потом говорилось о том, чтобы сохранять это состояние. Я спрашиваю вас, где вот эта тонкая линия, которая разделяет между тем, чтобы это стало чем-то неисправным, как соляной столб, и как я могу освободить это место, чтобы посмотреть сейчас из этой точки на конгресс, который нам предстоит, чтобы я смог выйти в новую атаку. Нам необходимо сейчас вложить все силы в то, чтобы привести как можно большее количество людей на конгресс, чтобы он был бы не только нашим внутренним конгрессом, а также внешним, чтобы люди пришли бы и включились в нас. Я не хочу сказать, но вот 2 дня до конгресса мы начнем подготовку. Когда мы начнем подготовку, начнем это как подготовку в воскресенье к конгрессу, мы уже достигнем объединения не меньшего, чем там. Это все перед нами.